Здравствуйте. А вы знаете, что за мероприятие сейчас здесь происходит? Похоже, нет. Молодой человек, а вы знаете, что за мероприятие здесь сейчас происходит? Прийти нас тоже. А почему вы сюда пришли? У вас был приказ какой-то сверху? И нам сказали, если не хотите проблем, то приходите. Ага. То есть вам обещали проблемы какие-то? А какие проблемы вам обещали? Ну, это было близко там от института, просто сказали, что лучше пойти нам навстречу. Потом мы пойдем навстречу вам. Если вы этого не сделаете, у вас будут проблемы. Поэтому мы вынуждены были пойти сюда и участвовать в этом. Во всем митинге, так называют. Понятно. А вы из института, да? Да. Вы тоже хотите сказать? А? Вы тоже хотите сказать? А что сказать? А знаете, как мероприятие называется? А, поддержку выборов. Из какой цели? Которые прошли 4 декабря. Мне кажется, в большинстве случаев выборы прошли. Такой же, как и все сюда заставили всех приехать. Все приехали. Да, нужны были люди для того, чтобы... Здравствуйте. А вы знаете, как мероприятие называется? Нет. Нет? Не знаете? А вы откуда? КМБ. Заставили. Нет. Сказали просто, это культурно-массовое мероприятие, но про Единую Россию я не слышала. Никто не заманивает. Мы даже не поехали. Заманивает, никому это не нужно. А вы сняли занятия? Да. Да. Если бы я знала, я бы сюда никогда не приехала. Спасибо, девушки. Здравствуйте. А вы знаете, что это за мероприятие, на которое вы пришли? Да, поддержку Москвы. Поддержку московского правительства, если быть точнее. Вы по идейным соображениям сюда пришли? Я пришел сюда, чтобы поддержать московское правительство. Да, я считаю, что они сделают все-таки хоть что-нибудь лучше. А из какой вы организации? Молодой парламент, да. Понятно. Вы как-то так с запинкой сказали. Ну, просто недавно работаете? Организации, но по одним идейным соображениям. Понятно. Спасибо. Мы спрашивали, что за тема митинга нам, и какие лозунги. Спрашивали, единая ли это Россия. Нам сказали, нет, это не единая Россия, мы не знаем. Все было ясно сразу изначально. Зачем мы сюда придем? Девушки, здравствуйте. А вы для чего сюда пришли сегодня? А? С какой целью? Хороший вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы сюда пришли сегодня? Вам не говорили, что это будет концерт в честь победы под Москвой? Или вы пришли на митинг?